Добрый вечер, дорогие друзья. Вот, пожалуйста, перед вами автомобиль ЗАЗ 968М. О своих автомобилях видео будет называться. Так вот, первый автомобиль у меня был такой. Купил я его в 1994 году. 968 модель такая была у меня, только белого цвета. Вот, пожалуйста, заднеприводный. Механическая коробка передач у него такой. Такой же вот был, с решеточками, 40-сильный. Правда, я немного на нем поездил, а потом продал его. Купил УАЗ-2106. Пошил костюмы в Ялту. Дорогие друзья, всего вам доброго.